Наконец-то я попала в то место, куда и хотела. Мне нужно восстановиться, набраться сил и просто ощутить себя, ну, просто вот, чтобы у меня были силы на людей. Я нахожусь в горах, иду к водопаду. Водопад падает на 25 метров высоты вниз. Я нахожусь тоже в таком месте, иду вот по такой дороге. У каждого целителя своя дорога, или называется Якобсвег, очищение души. Вот я чищу душу. Обе ноги у меня уже переломаны, потому что я очень долго была у меня такая, скажем так, аскеза. И я проходила 3 года каждый день, независимо от погоды, независимо от этих мест, где я находилась, босиком. Вот это вот аскеза. Я много чего не делала и вообще отошла от этого мира физического, чтобы обновиться. Так что, милые люди, если вам нужна конкретно помощь классного специалиста, то я вас приглашаю на свою консультацию. Мало того, на работу. А тех, кто жалуются, что они бедные и несчастные, и у них вечно нету денег, то прошу меня не беспокоить. Не беспокоить и не отнимать мою силу и время. Всем добра!